У Верховній Раді зареєструвала законопроект номер 4098, у якому пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та збалансувати акцизні ставки на пальне. Так звана уніфікація має урівняти ціну на бензин, газ та дизель. Зробити це пропонують шляхом збільшення акцизу на зріджене пальне та зниження вартості бензину. Втім, наголошує народний депутат Муса Магомедов, такий радикальний крок призведе до значного удару по гаманцям українців. Потребление сжиженного газа в Украине уже достигло 2 миллионов тонн, и по этому показателю мы пятые в Европе. И сейчас предполагается изменение акциза. И для чего это делается? Ну, вы знаете, похоже, что мы постоянно делаем одни и те же действия, которые направлены в целом все-таки против людей. Потому что когда человек там устанавливал эти газовые установки, для чего он делал? Для того, чтобы сэкономить себе какие-то деньги. Это стоило денег. Люди это сделали, и теперь они будут вынуждены платить примерно одинаковые деньги за газ, за бензин, за дизель. То есть поднимется цена на сжиженный газ, и при этом глубоко сомневаюсь, что цена на бензин опустится. Експерти переконані, ухвалення цього законопроекту може призвести до збільшення частки нелегального ринку. Адже чимало автозаправок наразі і так працюють у тіні. А тому прибуток від 4 до 5 мільярдів гривень, запланований державою від збільшення акцизу, необґрунтований. На самом деле монополистов у нас не так много, там 2-3 крупных производителя, которые сейчас остались на рынке. Все остальное ушло в тень, включая LPG. Вы сами можете видеть, проезжая по трассам, по каким-то селам придорожным, мы видим таблички ДТ, газ и прочее. То есть это абсолютно не контролируется. И сказать о том, что это потребление упадет, наоборот, если поднимется акциз, поднимется цена на газ и немного снизится цена, может быть, на бензин, не факт, что на бензин цена упадет. И в конечном итоге все равно большее потребление будет происходить на теневой стороне, которая приводит к такому резкому скачку на рынке потребления дизеля, бензина и LPG.